Идеи, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, как всегда, отличное настроение. Сегодня у нас очень классная рубрика «Какой аниматроник самый быстрый?» Серега, скажи крутые слова. Всем привет! Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Будем тестировать пилпаки, которые вышли недавно, обновили, и которые нам кажутся очень интересными. Так, ну что, начинаем забег. Раз, да. Два, три. Глотай мою пыль. Ах ты говно. Ты догоняешь меня или нет? Нет. Я все-таки быстрее. Так что ж, я походу глотаю пыль. Фредбер оказался очень быстрым. Берем Нью Фредди. А ты бери Фоксюшкина. Так. Ну, Фокси, не подведи меня. Ребята, напишите в комментах, кто же сейчас будет быстрее. Фокси или Нью Фредди. Раз, два, три. Давай, глотай беги. Мне кажется, мы одинаково бежим. Не, ты отрываешься. Так, понятно, Фокси пока мисс лидирует. Да, да. Ребята, и напишите в конце ролика, кто же самый медленный из аниматроников, потому что мы сегодня тестируем на скорость. Ну, надеюсь, вы будете очень внимательно смотреть ролик и посмотрите, кто медленный. Раз, два, три. Я очень медленный. Черепаха, тогда. Мне нравится этот филпак, что аниматроники все бегают с разной скоростью. В этом есть прикол. Помнишь, мы тестили пак, а они все одинаково бегают. И как-то очень так скучно получилось. А это весело. Так, сейчас я добегу. Надеюсь. Давай другого Спринг Бонни возьми, может быть. Давай такого возьмем. А, давай все-таки с тобой. О, я уже вижу, что я буду быстрее. Один, два, три. А, не. Глотай мою пыль. Ой, я вообще на жопу сел. Нет, на жопу не садись. Да, ты быстрее. С этого пилпака Найтбир самый быстрый. Самый быстрый Найтбир и Фредбир. Ну, давай, короче, я сейчас возьму Фредбира, и мы все-таки затестим. Тоже с этого пилпака быстрый. Так, один, два, три. Мы одинаково, кажется, бежим. Полностью один в один. Да, у них скорость одинаковая. И мне вообще кажется, что у них даже скины одинаковые, только твой прозрачный, а мой нет. Да, есть такое. Финал Найт, 2 пилпак. О, что-то за лежачие такие сгоревшие челепиздрики. Один, два, три. Что это за бег? Это знаешь, что забег улиток. Инвалидных улиток. Нормально, наваливаем. Ну то ладно, давай не будем добегать до конца, потому что это какой-то долгий процесс. Отсюда и начнем дальше тестить. Чика пока мисс что выигрывает. Так. Фокси. Раз, два, три. Я не могу, мне смешно с этих штуковин, с этих аниматроников горелых. Ну понятно, что Фокси реально очень быстрый. Да, вот так если ночью увидеть, как ты ползешь по кладбищу, можно абастротейшн сделать. Так у меня ног нету, ну ты посмотри, ни ног, ни рук, ни лап. Хоть голова есть. Ага, на контур просто стоит. Так, хорошо, переходим к следующему пилпаку. Five Nights и Candies. Ой. Готов? Подожди, мы разных взяли, да. Кэт и Ред. Один. Да. Два, три. Я быстрее. Быстрее. Быстрее, то я наискосок бежал. Если по прямой, я тебя уделываю. Прикольно. Не, я оторвался нормально так. Хорошо. Визерит Бленк. Ой. Один, два, три. Так, мне кажется, тебя немножко перегоняю. Не, это те. Смотри, как... так ты подрезаешь. Поворот не включай, когда перестраиваешься. Авария. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Мы стараемся сделать контент каждый день и очень веселый. Одинаково бегают, в точь-точь, вообще ничем не отличаются. Хорошо. У нас сейчас будет Визерит Чистер и Визерит Кэнди. Один, два, три. Так. Одинаково? Мне кажется, немножко меня догоняешь. Нет, они одинаково бегают. Одинаково. Это, наверное, тот пилпак, где они все одинаково бегают. Ну, почти. Сейчас проверим все-таки, есть еще у нас там шанс исправить это все дело. Мне кажется, ты немножко меня догоняешь, смотри. Так. На доли полумиллиметрик. О.
О, давай тогда возьмем самого первого вот этого. И этого, как называется он? Визерет Пингвин. Один, два, три. Нет, я быстрее нет, оказался. Быстрее. Все-таки в этом пилпаке не одинаково бегают. Я даже могу по кругу так. Нарезать кружки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Шустрый Димка. Так, давайте же добежим до конца. Может, у тебя батарея плохо заряжена, поэтому ты плохо скользишь. Батарейка села. Так, переходим очень классным аниматроником. Twisted One Pill. Ух, какой кабан. Красавчик. Ой, ой. Один, два, три. Три. Не, с Фокси тебе это не совпадает. Мне кажется, я тебя догоняю, Серега. Не-не-не. Я быстрее. Давай еще разок, давай еще разок. Давай. Мне кажется, я все-таки догоняю. Ребята, давайте будем сейчас внимательно смотреть. Раз, два, три. Не-не-не. Не догоняю? Не. Да, мы бегаем полностью с одной скоростью. Хорошо. Давай этого челепиздрика возьмем. Так. Разное? А, ну да. Да. Один, два, три. Ну ты смотри, у меня это одна нога вообще в другую сторону. Ну да, 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 есть такое немножко. Ну я уже говорю, нога вывихнутая в другую сторону. Но зато ладно. Твоего жизни, наверное, больше. Сколько твоей живой жизни? 100 тысяч. А, у меня тоже 100 тысяч. Хорошо, давай бери тогда волчару, со мной будешь волчарой сравниваться. Twisted Wolf. Так, один, два, три. Пока! Ого! Я догоняю тебя, Серега. Нет. С одной скоростью бегают. Понятненько. Ну что, я магическая мангл против 8-битной бэби. Ставьте ролик на паузу, тайм-код, и напишите, кто же быстрее, потому что в тот раз написали, давай сделать скорость между ними. Один, два, три. Быстрее. А, ну подожди, я быстрее, да? Да, я тебя догоняю за то, что у меня пила в руках. Если бы не пила, я бы тебя не смог бы выиграть. У тебя три ноги. Ну, ты тоже неплохо так шагаешь. А я иду, иду в мини-игры играть. Нормально, нормально. Так, хорошо. Топ. Давай тогда мангл затестим. Ну-ка. Тоже быстрее. Давай тогда обычную мангл с магической мангл. Вот, давай. Отлично. А, мне кажется, я тебя догоняю. Давай, отсюда начнем. Один, два, три. Погнали! Одинаковая скорость у них, даже анимация одинаковая. Да. Так, ну что, делаем ставки, кто же быстрее, потому что они реально очень быстро бегают. Один, два, три. Я, Димка. Я догоняю тебя. Нет. Да, смотри. Не догонишь. Не, не догонишь. Я перегоняю тебя, смотри. Не-не-не-не-не. Да. Не. Да ну да. Так, хорошо, давай тогда ты этого оставляй, а я возьму волчару. Волчара. Да, волчара, мне кажется, сейчас покажет, кто из нас быстрее. Один, два, три. Та! Волчара вообще лупашит. Вот это псих. Он пока из этого обзора аниматроника, он пока побеждает по скорости. Ну что, кто же быстрее? Голова Фредди или волчара? Мне кажется, голова Фредди сделает меня. Ну, проверим. Один, два, три. Ух ты! Да какая-то вообще, ты что, Формула-1 заделался? Это какая-то нереальная скорость. Ты готов проиграть? Один, два, три. Нет, тоже медленный. Очень медленный. Разве что я вот так могу. Ого, прыжок веры. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот. Помнишь этого быстрого челика? Да, да. А не, да. Он не быстрый. Вот кто у нас быстрый, марионетка. Один, два, три. Пока. Ну смотри, уже конкурирующий такой забег, когда ты не прям сильно отрываешься, но быстрее, все равно быстрее. Ну не так значительно. Ну конечно. Так, так, так. Вот у нас еще есть быстрый. О, давай. Один, два, три.
Нет, нет, вообще ни о чем. Очень слабый аниматроник. Черепаха. Но он-то быстрый. Но по сравнению с башкой, да, он очень медленный. Хорошо, давай тогда, Серега, раз у нас сегодня забег, протестируем его со спортивной машиной. Сможет ли спортивная машина обогнать аниматроника? Давай. Я только не знаю, какой... О, есть у нас. Представь, с Бугатти. О, аниматроник на Бугатти, мне это нравится. Готов? Так, мне будет, конечно, немножко разбег брать, потому что машина медленно разгоняется. Один, два, три. Догоняй, Серега! Нет. Догоняй! Один, два, три. Ну блин, а! Получается, ты даже быстрее машины любой. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение, и сегодня мы играем в Гаррис Мод, и будем уже смотреть, какой аниматроник самый быстрый, если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Всем привет. На счет три. Раз, два, три. Я быстрее старт. Димон, ты меня догоняешь, ребята, Бонни быстрее. Димон, я думал, они одинаковые, ребята, смотрите, Бонька быстрее. Ладно, понял. Ты тогда Бонни Димона ставь, я возьму другого аниматроника и посмотрим с этого бака, какой самый быстрый. Это будет Фокс. Логично. Хорошо, давай Фокс. А, Дима, смотри, кто у меня. А нет, все, не будем соревноваться. Тут давай без забора на счет три. И так будет нормально. Давай, раз, давай, два, три. Три, давай. А я бегу-бегу за Фокси. Он так прикольно бежит. Трин-трин-трин-трин. Ребята, лайк за бег. А ты что, лунной поход? Лунной походкой. Я тебя быстрее. Ну что, Димончик? Да, ну видно, да. Да, Фокси, мы знали, что Фокси быстрее. Два тогда ты бери. Я Фокс? Да. А, я Фредди. Ага, давай, раз. Или давай беги, оно и так видно. Ладно, давай другого. Не будем бежать до конца, это смысла нет. Мы просто же выясняем, кто быстрее. Голден Фредди. Давай. Я даже быстрее задом бегу. Давай, давай, догоняй. А давай фору тебя дам, смогу догнать? Не, не догоняю. А не, догоняю. Это я прям. Они одинаково бегут или мы чуть-чуть быстрее? Они, да, они одинаково бегут, Димас. А ну давай еще чуть-чуть пробежим. Подожди, я так и не увидел. А ну давай. Так, стоп, 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 стоп. Я твой забор ломаю. Ребята, это смешно. Да давай беги, увидим и так. Нет, стоп, я знаешь, что я хочу сделать? Вот так давай. А, давай. Да ты беги, беги, я за тобой буду бежать. А мы увидим и так, кто быстрее. Если я догоняю, значит я быстрее. Смотри, Димон, на писечку быстрее. Смотри, чуть-чуть обгоняйте, смотри. Ребята, я обгоняю его. Так, да бери обычного Фредди. Подожди, ты уже брал обычного Фредди, я его уделываю. Бери с другого пака. Да. Короче, Фокси самый быстрый. Быстрый, да. Из этого пака первого. Да ну это Челикс. Ничего себе, он стартанул. Не, я быстрее, я даже боком быстрее бегу. Класс. Ладно, давай. Мангл можно не пробовать. Да, это, ребята, конечно, можно не пробовать. Она очень медленная. Она такая чилиха еще та. О. Не, быстрее, видишь, даже боком бегу. Так, а давай Бонни. А ну давай. О, Бонни уже побыстрее. О, кстати, Димон. А ну давай беги, я буду за тобой. Догоняю тебя или нет? Нет, Фокси чуть-чуть быстрее, Димон, смотри, на писечку. Догоняю. Так, ну я делал, кстати, ставки на Фокси. Ребята, давайте, пока мы не закончили эксперимент, напишите в комментариях, как вы думаете, какой аниматроник самый быстрый будет? Будет интересно почитать, потому что еще не закончен эксперимент. Давай. О, давай, давай. Нет, все равно, видишь, Фокси обгоняет. Да. Знаешь, вот... Все, в принципе, осталось только мы. Ага. Да не, это называется прощай. Блин, Димон, мне кажется, марионетку из FNAF 6 только там сможет сделать Бэйби. Че, как ее там Бэйби забыл? Не Бэйби зовут. Так, давай, короче... Не, так ты бери марионетку, будем искать, кто будет быстрее марионетки или нет. Не? О. О, тоже быстрая. Так, это у нас второй пак. Возьми марионетку, а я буду Балорой. Давай, марионетку. Окей, давай, беру. Погнали. Раз, два, три. Нет, марионетка быстрее. Ух ты. Она намного быстрее. Ничего себе. О! О, Димон, нет! Угон быстрый. А ну давай попробуем, смогу я тебя догнать или нет? Или ты меня догони? Давай. Так, как стоячего. Как будто я не бегу, а на месте стою, ребят. Это классно. Давай, короче, давай дальше.
Циркус Бэби Бенни, циркус. Бенешь в NFC Сарлокейшн. Да-да-да, вот. Во, уго, кабаниха. Ну давай, я побежал. Ого, скорость! Одинаково, 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 Дима. А, одинаково? А ты два на счет три. Да, я заметил. Раз, два, три. Да, ребята, одинаково бегут. Да. Не одинаково. Да, это видно, что одинаково. Ну ладно, ладно. Кого еще взять? Давай с FNAF 6. Вот, Scrap Baby. Я знал, что ее Baby, просто забыл, что Scrap. Вот мне кажется, она на конячках. Смотри, давай, беги, догоняйте или нет? Одинаково, Димончик. Да, одинаково. Одинаково, да, я вижу, ты не отдаляйся, не приближайся. А ну этот. Ого, он шагает, такие звуки. Я догоняю тебя, Димончик, чуть-чуть, догоняю, догоняю. Нет, Scrap Baby быстрее. Не, это я просто треснав. А, я понял, я понял. Понял, а ну этот. Ого, он побежал. Ну-ну-ну-ну-ну. Догоняй, не догоняй. Одинаково, Димончик. Короче, с FNAF 6 все одинаково бегают? Да, да, они все одинаково. Так, кто еще там есть? Shadow Trap. О, он медленный, походу. Да. Да, я его уделываю. Так, с места и уделал. Зато Димас, он когда под землей бегает, он быстрее перемещается. Смотри, оп. Смотри, сразу. Ничего себе, так нечестно. А ну здесь вылези где-то. Ого. Смотри, не, ну конечно смотри, он... Оп, смотри, я буду там сейчас за 2 секунды. А ну давай проверим, кто быстрее. Димон, технически твой аниматроник быстрее. Да, если вот там вот такой штукой, то да. Он блин, очень... он очень имбовый, он крутой. Значит, бери, Димас, из Sister Location Circus Baby. Она самая быстрая. И проверим, давай, быстрее, взял. Вот этот или вот этот. Давай. Давай. Раз, два, три. Догоняешь? Не? Медленнее бегает? Так Бонни тоже медленный. Тоже. Очень быстро бегает, конечно, чели. Вот этот... Челиха моя. Блин, нет. Уделывайте. Я вас так понял. Знаешь, что надо, чтобы вот тестер Circus Baby, а я буду из Twisted аниматроника. О, ребята, это новые аниматроники, и мы вам покажем их всех скримеры и как они бегают. Да. Мы их еще ни разу не снимали. Это первый раз они в нашем ролике. Так что по-любому мы покажем скримеры. Но в конце ролика как бонус. Ну что, побежали? Раз, два. Нет, Димон, я догоняю тебя. Догоняю? Да, догоняю, догоняю. Давай назад. Ой, ты что, я испугался, это я изнутри себя увидел. Смотри, смотри, Бэби догоняет. Опа, видишь, вот, Димончик, нет, она быстрее. Вокруг пиццерии. Ну да. Давай, погнали, кружочек. А я бегу, бегу на работу в пиццерию. Че, Димончик, видишь, какая она быстрая? Мне кажется, они одинаково бегают. Не, я тебя догонял по прямой. Это видно. Да? Да-да-да, чуть-чуть быстрее, вот как Фокси был быстрее. О, смотри, этот классный. Фокси. Давай. Да, Димончик, догоняй его. Смотри, сейчас перегоню тебя, видишь? Догоняю, догоняю. О. А эти одинаковые... Не, тоже догоняй его, Димончик. Тоже она чуть-чуть быстрее. Это разворачивался. А ну беги, догоню сейчас. Не разворачивайся только, а ну беги просто. Давай. Смотри, Димончик. По прямой тебя. Она быстрее. Так классно бегать аниматроником, который быстрее. Не, о, нет, это инвалидус. Он очень медленно ходит. Самые быстрые аниматроники. Кто из них самый быстрый? А, ну давай, вокруг пиццерии, погнали. Раз, два, три. Ну ты волчара еще тот. У него классный походняк. Ну Scrap Baby его догоняет. Димончик, смотри. Скорочу, скорочу. Я первый. Видишь? Она что, самая быстрая из аниматроника всех? Это Циркус Бэйби, это не Scrap Baby, это Циркус. Я знаю, я знаю. Она самая быстрючая. Ты что, она всех уделала? А ну-ка, давай кто сильнее. Ах ты, блин, я испугался чуть-чуть, ребята, он реально испугался. Да, это было классно. Давай, короче, ты мне сейчас, короче, покажешь все скримеры, а потом я тебя побиваю, да, покажу да, тебе все скримеры. Так, давай, постобработку, потому что подзависает немножко. Это мотня. Так, давай. Ух, я даже не ожидал предупреждать, так у меня сжалось одно место. Так, давай еще показать. Ну, еще разок.
Ох ты! Классно, у него кариес на зубах. Мне нравится это. И челюсти боковые выдвигаются так, фу, и проволоку видно. О, классный такой. Это топово. Так, что ты всех уже показал или еще нет? О! Все? А ну не убивай меня, я его рассмотрю. Ребята, смотрите, какой он классный. У него, получается, двойные челюсти, а крючок имбовый какой. Смотри, он спячки. Он очень детализированный, очень, Димон. У тебя под хвостом говно какое-то. Вот ты убери. Жопу не вытер. Убери. Ну давай. Смотри, как это делает. Прикольно. Типа, он здоровается, типа, хай. Этот спит. Ой, я не ожиданчик. Знаешь, как будто мне с головы прописал так. Бух, типа. На. Угу. Так, что, всех показал? А нет, еще это челик здоровый. Он все челюсти открывает, Димон. А ну дай за скриншотю. Это топчик. А ну еще раз так нажми. Ух ты, а ну-ка. Скриншотик надо делать такого по-любому. Класс. Классный, да? Да, у него даже зубы в животе. Раз, два, три. Тройная челюсть квадратная. Блин, класс. Ты потом сам рассмотришь. Они реально крутые. Ну давай, мочи меня. На, вот этот скример такой был более интересный, но очень быстрый. Чёткий. Что мне нравится в этих демон-скримерах, они не орут, как чокнуты, знаешь, как пугают больше не скримером, а звуком резким. Тут именно картинкой пугают, это клашно. О! Кабан, у него челюсти просто жесть, они такие страшные. Мне нравится, как он ходит, смотри. Он очень медленно ходит, и размер ноги 72 у него какой-то. Да. Такой стрёмный челик. Ну, давай. На меня. Он меня сожрал. Так, ну что, это вроде все. А, вот еще волчара. А ну-ка. Я его рассмотрю. А как ты на четвереньках стоишь? Ты просто контрол нажимаешь? Ну да, пересит. О, у него с жопы провод торчит. Ну то ладно, может такие должны быть. Реально с жопы провод торчит. Ну давай, пугай меня. На меня. Вот это да, уже скример мы видели раньше, но это классно он, конечно. Так, давай теперь ты меня попугаешь. Да, давай. Я с удовольствием, Димон, это буду делать. Мне это нравится. Так, пилпак. Твистер. Погнали. Рассматривай его. Стой. А ты можешь какую-то способность показать на контрол? О, ты типа хватаешь меня. Да, ты типа... Поймаешь. Хочешь поймать меня? Мочить? Ну, давай, кушай. На тебе. У него, знаешь, как у него усы, как у кота такого. И ты и есть кот. Большой только. Ну чё? А, у тебя картинка, как и у меня, да, залипает чуть-чуть? Так, ты где? О, подожди, Фоксюшка. Я устал. Здоровенный. Постою чуть-чуть. Вот это у него зубище. Так, там сейчас другие будут. У него прям в животе зубы квадратные. Смотри, у него, я прям в зубы запрыгиваю. Ну-ка, покажи способность. А вот, я уже нажимал, вот. А, вот просто спячки. Ну давай, да. Кушай. На балде. Пасть открыл и меня прям запихнул туда. Вот это у него стрёмная пасть. Вот это сейчас будет стрёмная. То была не стрёмная, вот стрёмный. О, подожди. Вау, я в животе у него. Смотри, как он делает руками, себе челюсть раздвигает, смотри. Да-да-да. Опа. Да, да. Опа, ничего себе, а я туда запрыгну. У него не воняет со рта, Димон? Не знаю, я не чувствую. Вау, вот это у него зубов. Ребята, кто... давайте пишите, сколько у него зубов, считайте. Мочить? Давай. Ну а тебе? Он просто своей башкой на меня махает. Да, он типа прописывает с головы тебе. Вот этот челик вообще классный. Устал немножко, очень покажи, медленно. Покажи, как он ходит, Димас, покажи, как он ходит. Руки вперед вытягивает. А вот на контр. У него маникюр какой, смотри, классный. Вот это у него еще тут. Ну-ка, сделай способность. Вот, контр. О, показывает что-то большое. Вот это у него, конечно, ногти. Ребят, смотрите, огромные ногти. Да. Вообще не стрикнера. Он аж мхом покрылся весь. Пророс уже. Давай, кушай. О, есть такая буква в алфавите. И остался у нас волчара. Я сейчас, Димон, когда нажму на контр, смотри, что у него там торчит сзади.
Круто. Ух ты, блин, ты меня испугал, Димас, не бегай на меня так. Видишь? Провод с жопы торчит, тут специальный проводок. Посмотри, что у тебя внутри. Подожди, стой там. Так, ну что, нормально? У тебя много чего. Всякие легкие, тут голова. У тебя в голове ничего нету. Ничего, пустая голова. У тебя глаз один, короче, какой-то как гипноз какой-то делает. Да-да-да, он такой светится. Второй у него. Обычный. И ты наполовину волк, а наполовину аниматроник. Это аниматроники, короче, превратили волка в этот... В аниматроника. Давай хавай. На тебе. На, он мне рукой своей долбанул. Да-да-да, он так делает, это эпично, конечно. Давайте пробежимся вокруг. Прям классно бежит, я за него еще не играл ни разу. Он просто, анимация, конечно, на высоте у них. Сделано, дайте твисты на аниматроники с душой. Ух ты, нифига себе. Я пришел пиццу кушать, давайте мне доставайте пиццу. Большую. Побольше. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Будем продолжать рубрику «Какой аниматроник самый быстрый», но с новыми пилпаками. Серега, поздоровайся. Всем привет. Ну что, Серега, надеюсь, этот ролик всем понравится, все его ждали. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. У кого день рождения, с днюхой. Я даже немножко запереживал, будем начинать. Так, подожди, мы такие жирные, калитка даже не открывается. Давай, короче, выберем не эту улицу, а вот здесь, где нет машин. Так, сейчас я покажу. Я умею очень быстро летать. Во, вот здесь вот вообще четко будет. И вот туда будем бежать. Давай отсюда, тогда, от упора. Раз. Так. Отчитай, отчитай. Секунду. Раз, два, три. Пилпак один и тот же, аниматроники бегают по-разному. Так что уже есть в этом прикол. Не, Серега, уже можешь назад и не бежать. Ну ладно, я пробегусь. Я уже понимаю, что я просто отдыхаю, курю в сторонке. Ну ладно. Сейчас, может, все-таки попадется мне быстро. Смейся, смейся. Так, он взял давай боньку. Боньку с чикой теперь. Так, раз, два, три. Да мы одинаково бегаем. Бегаем одинаково, да? Ну, по идее, да. Даже на задним ходом. На одном расстоянии держался. Так, хорошо, будем знать. Ребята, напишите потом в комментариях, какой аниматроник самый быстрый, потому что, может, мы не запомним. И, надеюсь, вы поддержите нас лайкосиком и поставите классный комментарий. Так, ладно, давай, друг. Мне весело. Раз, два, три. Эй, ты такой быстрый! Это Фокси. Я начинаю, да, фигня заниматься. Ну, понятно, что твой очень быстрый. Хорошо. Два тогда я голов... А, подожди. А что, у нас разные или одинаковые? Давай. Раз, два, три. Ого, да что такое? Это просто какой-то нереальный псих. Подожди, а кто может... Вот это все-таки может... А нет, подожди, это тот же самый. О, давай проверим, Фокси или голова. Да я уже вижу, что голова все. А ну-ка, давай, беги. Раз. Пока, Димас. Да ну что такое? Ты, наверное, быстрее летишь, потому что ты рот открываешь. Хорошо. Потому что у меня только голова, она легкая сама по себе. Давай тогда следующий пак берем. Так, ну что, сейчас будем проверять аниматроника из FNAF 3 Фантомы, да? Раз, да. Два, три. Балунбой, быстрее. Димас. Ну да, я понимаю, что все. Да. Хотя ноги вроде короткие у меня. Да ты летаешь, поэтому, наверное, ты как бы и быстрей. Хорошо. Чика. С автомата сейчас вылезет. Блин, так прикольно анимации сделаны. Даже приятно их смотреть. Так. Ну что, давай. Раз. Раз, два, три. Не, ну Фокси какой-то всегда быстрый. Ну он всегда быстро бежит. А я как рахит какой-то. Грязный, ну жирный, грязный, вонючий. Так, сейчас добегу, все будет нормально. Так, ты взял... Фредди Манглиха. Угу. Погнали. Бум. Чпонькс, есть. Раз, два, три. Наконец-то я быстрее тебя. Я тебя обгоняю. Да нет, отвали, ну не хватит. Все равно быстрее. Вот так руки, да, вроде как-то держит прикольно.
Хорошо. Марионетка. Ага. Вот чем. Ты готов? Я готов. Раз, два, три. Да, ну мне видишь, не везет просто, я всегда медленно их специально беру. Ты даже задним ходом жопа впереди летишь. Вперед жопа, чем я бегу. Нормально, нормально. Так, кто у нас тут остался? Спрингтрап. Давай сравним его с марионеткой. О, давай. Вдруг он быстрее будет. Вставай, мужик. Ой. Я хочу за него побегать. Надеюсь, он будет быстрее, чем марионетка. Раз, два, три. Да, давай. А там режим переключить. Сейчас, сейчас, уже это делаю. А, ну сейчас. Во! Мужик. Видишь, ты меня не можешь догнать. Да ну ладно, да как? Марионетка сюда, вы что ли, быстрее? У него третий режим там есть. Он вообще бешено бегает. А ну-ка. Да не, это Рахит, он опять не. Так, хорошо, давай следующий пак. РП-2ТЕ. Погнали. Так, хорошо, давай я мангл возьму. Ты готов? Я готов. Раз, два, три. Да нет, ты уже понятно, что ты быстрее. Я очень быстрый. У тебя, знаешь, как можно с тобой бегать? Вот так вот. А, она не тпхается, просто бегает. Из-за того, что три ноги, наверное. Я тут ускорился. А, все-таки он может быстрее? Я R нажал, переключил. Так, давай дальше. О, прикольно, скелет марионетки, сама марионетка. Смотри, я уже... Да, подожди, стой. Раз, два, три. Я слышу, как твой звук отстал. Все-таки, видишь, сделана марионетка всегда быстрее. Я ж летаю, ты бегаешь. Хорошо. Давай дальше. Хорошо, давай я возьму этого. Ты готов? Я готов. Раз, два, три. Не, все-таки видишь, ты можешь. Умею, могу. Он не тпхается, очень странно. Все, я понял. Хорошо, давай я возьму мангл. Во, вот такой режим, где он бегает. А ну, R нажми. Я уже нажал. Хорошо, раз, два, три. Одинаково. Ребята, все-таки... Быстрее, быстрее. Одинаково бежим с тобой, Серега. Да, одинаково. Полностью видно, что все тут четко. Сразу понятно. Хорошо. Фредди. А, это он тпхается, у него нет режима. Ну, давай проверим, может все-таки по-разному будут. Раз, два, три. Ого! Нет, быстрее. Нифига ты себе, я ломлюсь. Быстрее. Я как настоящий медведь бегу, я тоже могу тпхаться. Так, кто у нас там остался? Вот этого Боннику, Golden Bonnie. Той трап проверим, ну, с этим Golden Freddy. О, гон быстрый. Хорошо, давай. Раз, два, три. Got too fast. Не, мы одинаково бежим. Не, мне кажется, ты чуть-чуть быстрее. Давай еще раз, подожди, еще раз. Отчитывай ты. Раз, два, три. Видишь, ты быстрее бежишь немножко. Видишь, ты отрываешься. На пару миллиметров. Да, на пару сантиметров. Так, давай следующий пак. Во, как раз тут. Я беру, давай Боньку. А, хорошо. Два дурачка собрались записывать ролик. Так, ну что, ты готов? Я готов. Во, я другой режим включил. Раз, два, три. Да чика, блин. Что? Да жирная. Ну, давай проверим, а вот отсюда, а ну-ка. Не, я быстрее бегу. Быстрее. Бонька побыстрее. Да, ну видно, я отрываюсь. Фокси. Хорошо, Фредди. Прикольные звуки. Раз, два, три. Да не, смотри, он руку вперед тянет, из-за этого он быстрее бежит. Блин, Рахит, да быстрее. Да ну блин, R нажал, ты пэхнуться, хотел читерить. Не получилось. Давай, давай. Так, Фокси быстрый очень.
А кто тут еще был быстрый самый? А Бонька был быстрее. Давай сейчас мы их проверим. Так, давай, 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 заходи. Сейчас режим включу. Раз, два, три. Я быстрее? Я обгоняю тебя. Не вижу, не вижу. Пок... А ну давай еще, подожди, стой, я должен выиграть. Подожди, это медленный режим, это конченый режим. Еще раз, раз, два, читай ты. Раз, два, три. Я хочу выиграть! Да хватит выиграть! Выиграю! Да ну как? Блин, ты все равно быстрее! Даже мухлю ты проиграл! Да ну видишь, так бывает. Ну что, ребята, не влазят в один ролик все паки. Если вы хотите, чтобы мы в следующей серии сняли какой аниматроник самый быстрый, пишите в комментариях. У нас еще есть три пака, которые мы не смотрели. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, Плагин, Данил Топ. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Если опять укушите, приятного аппетита. А мы сегодня тестируем, какой аниматроник самый быстрый. На счет три делаем забег. Раз, два, три. С шифтом, да, пацаны? Да. Да. А, Серега, получается, кто я? Я самый быстрый, смотрите, даже жопой быстрее вас бегу. А Данил Топ там вообще, смотрите. Серега, я быстрее. Эй, ты что задом быстрее меня бегаешь? Эй, Майкл Джексон недоделанный. Нет, Серега, мы с тобой наравне, да, наверное, бежим? Ну да, не, на самом деле наравне, у меня просто, считай, еще подлагивает кабака. Этот еще бежит. Так, переключаем, другой режим. Сейчас, сейчас. У меня режима нет на этом. Я знаю, будешь просто брать разных аниматроников, все-таки там есть быстрые у нас. Раз, пока два, три. О, этот режим побыстрее будет. Фокси, ты должен нас догонять, по идее. А я задом бегаю и жопой. Боком даже можно бежать. Чика, быстрее меня, чуть-чуть. Да, я быстрее. А у них скорость одинаковая. Одинаковая, да, мне тоже показалось, что одинаковая. Ну что, ребята, давайте третий режим. Вот этот режим, ребята, это очень злостный. В этом режиме они реально убивают всех, и у них скорость нереально быстрая. А что, может, давайте сделаем забег на пузе? Раз. Такого у нас еще не было. Раз, два, три. Эй, Фокси, за жопу тебя укушу. Не, смотрите, Фокси какой-то реально быстрый. Мы еще таких забегов смешных никогда не делали. Но мне очень нравится. Эй, чикадла! Я очень медлен. Нет, ребята, давайте не будем, да, забег делать до конца, это очень долго. Давайте тогда сначала, ну уже тогда в обычном режиме. Вот в таком сейчас. Раз, два, три. Я фальштарт сделал. Фокси! Нет, мы с Фокси одинаковые, да? Да. Да, Чика отстает. Чика чуть-чуть отстает. Так, ребята, а какой есть четвертый режим? Четвертый режим будем тестить? Раз, два, три, да. Да нет, так нечестно. Я победил. Не-не-не-не-не. Хорошо, хорошо, давайте тогда берем других аниматроников с этого пилпака. Они реально крутые тут. Кто эндоскелет? Давайте эндоскелет. О, давай. Хорошо, я возьму тогда обычного Фредьку. Эй, Килекс, ты медленный будешь? А, да, очень медленно. Да-да-да, даже не бери его, он очень глупенько бегает. Давай. Ну что, в обычном режиме, да? Раз, два, три. Пока. А что я медленный? Эндоскелет, говно, иди сюда. Ой, я не тот режим нажал. Не тот. А я быстрее эндоскелета. Ой, микрофон бросил. Да что творится, я не то живу, я все подряд живу, пацаны. Я, короче, проиграл. Я не буду отрицать, я проиграл. Это очень медленный режим. Так, второй режим. Во, ты что, летаешь? Да это нечестно! Ты сейчас выиграешь по-любому. Ребята, давайте перед тем, как мы начинаем бежать, напишите в комментариях, кто из нас сейчас будет самым быстрым. Раз, два, три. Беги, понятно. Я все-таки, Серега, надеялся, что эндоскелет будет быстрее. Нет, ты чё, это Golden Freddy, он летает. Ты летающий. Золотой Фредди. Я второе место занял. Ну я как всегда взял Рахита какого-то, который руками бежит. Так, ну что, давайте, третий режим. Вот в этом режиме я вам сейчас задам. Он микрофон бросил. Два режима. У тебя два режима? Да. А, ну у меня тоже два. Давайте побегу.
Нет, я медленный все равно. Голден Фредди в этой битве победил. Так, кто у нас там еще? Вторая пак еще есть. Фурпул Фредди. Давай, Фурпул. Давайте я тогда возьму ФУППР 2Е. Шика. У него нет режима, кстати. Просто будем тестировать. Раз, два, три. Ой, Чика, смотрите, как летит красиво. Чика. Ой, это марионетка, извиняюсь. Запереживал. Круто. Я что, выиграл? Или мы одинаково? Вы? Мы одинаково. Одинаково. Понял. Понял. Так, давайте тогда другого возьмем. У нас... О, у нас такой есть эндоскелет. Ну что, вы готовы? Один, два, три. Давай, скелетушка, беги, ты сможешь. Нет, быстрее. Серега. Я нет, быстрее. Нет, 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 нет. Да-да-да, я быстрее, Дима. Да, ты реально я быстрее. Я вас догоняю. Каким образом? Нет, ты что, гитару выбросил? Так, другой режим. Нету такого другого режима. Хорошо. У нас есть еще. Вот. В этом пилпаке нету режимов. Берите других. О, я возьму вот. Кого? Вот, я Боньку взял золотого. О, прикольный. Сейчас он поднимется. Нет, так резко это встаешь? Не я, это эндоскелет. Не-не, я же говорю, что он пусть поднимется он. Эндоскелетушка. Один, два, три. Блин, да что я медленный такой? Вообще зачем это все? Что за бред? Это реально медленно. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся записать что-то очень интересное. Да. О, это есть другой режим. Кстати, в этом есть такие паки. Разные режимы у некоторых аниматроников. Ну что, вы готовы? Да. Один, два, три. А вот теперь я уже побыстрее буду. Я быстрее. Да ты на скейте каком-то лупаш. Ты, у тебя батарея заряжена, а у нас разряжена уже. Так вас там махаю. Давайте тогда возьмем ФУППР 3. У нас есть Чика вот такая вот. Которая очень классно вылазит анимация на высшем левеле. О, вот так будет видно, как она вылазит. Смотрите на автомат. Смотри. О, прикольно. Может нам снять ролик все анимации аниматроников? Можно. Кстати, мы такое еще ни разу не снимали. Ребята, если вам нравится идея, где мы будем снимать все анимации и все прикольные штуки, которые может делать аниматроник, все в одном ролике сделаем. Напишите в комментарии, мы хотим, и мы это обязательно сделаем. Ты что там нюхаешь землю? Давай нормально. Ну что, вы готовы? Один, два, три. Эй, я медленный, Фокси! Бей его, бей, бей, бей! Эй, нечестно так. А, ты же скример кидаешь. Я еле бей, а я тебе тоже буду кидать. Серега! Нет, отстань от меня! Серега, мы с тобой одинаково, да, бежим? Да, да. Не, я побыстрее. Разве? Мне кажется, одинаково. Да, чуть-чуть быстрее бежишь. Никеля. Трошечки-трошечки. Так, другой режим есть у меня? Нет другого режима. Хорошо. О, смотрите, кого я взял. Фредьку, как и я? Нет, бери лучше. А, да, это Фредька. Я теперь этот спрингтрапа попробую. Давай. Вот смотрите, это у него простой режим. Первый. А режим. Это был? О! Вот этого возьмем. Был тоже, я помню, был. Вот с этого пака. А у этого брали? Нет. Нет. Один, два, три. Я медленный. Классно, классно. Гадина. Классно бегу? Со всей силы. Я всех уделал, просто всех. Нельзя так делать. Так, это у него ТП-ханья. Хорошо. У нас есть Фокси, это тоже быстрый аниматроник. Сейчас я режим другой подрублю, и вы увидите, насколько спрингтрап быстрый. Пока мы с Голден Фредди выиграю, да, всех, тот летающий? Да. Понял. Так, сейчас он челюху поправит. Ой, Серега, он вроде медленный будет, наверное. Ну давайте проверим. Один, два, три. Я даже могу вокруг вас бегать, смотри. Эй, пусти меня! Я очень быстрый, классно бежит со всей силы.
Говно, так. Я медленный. О! Стойте, подождите. Батарейка села. Сейчас на зарядочку. Опачки. Это такой же режим? Да, такой же. Хорошо. У нас есть. Вот, я быстрая башка. Я знаю, что его сейчас выиграю, потому что это самая быстрая голова среди аниматроников была в тот раз. Давай. Но учитывайте, аниматроники после того раз много раз обновлялись, так что, может, что-то изменили. 1, 2, 3. Они даже бегут, смотрите, я потом стартану, потому что я первый буду. Ё-моё, я, блин, не знаю, дохлый. Короче, я это... Нереальная скорость. Не буду его больше врать, потому что он очень быстрый. А я уже тут был. Ты врёшь. Не вру. Так, пацаны, берем. Так, есть режим? Нет режима. Взяли всех? Так, Марионетыч. Сережка выбирает, кого же взять, чтобы выиграть. По-любому хочет затащить. Гонки на аниматрониках. Трассу взять и это сделать забег за аниматроников, ну? Во-во-во, Димас, помнишь? Да-да-да. А, так ты сейчас выиграешь, Сережка. А я знаю его, потому что это вари. Скраб Бэйби. 1, 2, 3. Давай, беги! Быстрее ногами шевели! Да не, у него шарниры на ногах слабенькие. У меня просто смазан, это, подшипники смазаны, вот и шустрый. Да, Сережка, тебя не догнать. Это кто? Это Димас там бежит? Не-не-не-не-не. Давай сделаем забег, кто из нас самый быстрый. Ты же быстрый самый. Давай. О, давайте кто-то возьмет у того летающего Golden Freddy. Вон, взяли эту. Давайте, ребята, сейчас будет у нас выяснение, какой же все-таки аниматроник самый быстрый. Так, ребята, взяли золотую голову Фредди, летающего Golden Freddy и Scrap Baby. И фиолетовый Фредька. 1, 2, 3. Давай, фальшстарт! Ты меня не догоняешь? Непонятно, кто из нас быстрый. Давай, Серега, ты отсчитывай. Сейчас он добежит к нам, ждем полчаса. А, он тут. Давайте кто-то из вас отсчитывайте, то я фальшстарчу. Так, 3, 2, 1. Сережка, я быстрее! Нет, мы одинаково. Нет, я тебя догнал. Нет, ну с трудом. Значит, если я тебя догнал, значит я быстрее? Давай еще раз сделаем, давай еще раз сделаем забег, чтобы было без споров. Давайте, не ты, не я, кто-то другой пусть отсчитывает. Давай. Давайте, 3, 2, 1. Кто быстрей? Да нет, там Серега быстрей. А нет, Димас быстрей. Я быстрей? Да, ты быстрей. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Серега, поздоровайся. Всем привет. Всем понравилась рубрика «Какой аниматроник самый быстрый?» Он попал в тренды и практически сутки провисел там. Всем спасибо, кто ставит лайки, подписывается, мне очень приятно. Ну, а кто кушает, приятного аппетита. У кого днюха, с днем рождения. Как всегда, все навалил на кучу, а мы будем начинать. Так, Серега уже взял Бонни, я буду Чикой. Ну что, Серега, сегодня у нас 3 пака, надеюсь, мы успеем их вставить все в ролик. Все получится. Раз, два, три. Ну, как всегда, мне опять колечные попадаются медленные. Все только говорили, Димас, тебе повезет в следующей серии, не везет. Закон подлости. Да потому что Чика, она как кусок говна. А! Да она жирная. А, стой, стой, я не включил режим быстрый. Давай заново, стой. Я был вкончен уже 37 тысяч режимов. А ну, стой. Так, это конченый, да, режим? О, раз, два. Погоди. Ах ты. Умный думаешь. Раз, два, три. Пока, Димас. Да ну, опять режим включу какой-то нечестный. Ты тоже. Хорошо, ладно. Бонни быстрее. Давай эндоскелет. Ладно, не эндоскелет. Я так, включаем тысячный режим. Так, включил. Еще раз. Ну что? Ого, он быстрый. Так, давай. Раз, два, три. Фокс наконец-то быстрее. Я обгоняю тебя. Да не может быть такого. Я обгоняю. Нет. Да что ты вообще быстрый? А это что за режим? Это... А, стоячий. Это стоячий режим, я понял. Знаем такой. А это сидячий. Блин, они все медленные мне попадаются.
Хорошо, давай следующих. Я буду... Вот сейчас я точно... А, ладно, давай. Вот так вот, да? Так, этот один режим. Так, третий режим, чуть пятый. Ладно, буду в этом. Давай, Серега, начинаем отсюда. Отчитывай ты. Раз, два, три. Наконец-то я выиграл! Есть, есть, есть. Мой быстрее аниматроник оказался, чем Серёжкин. Да. А у тебя точно режим правильный был включен? Хорошо. Давай. Я буду этим чилипиздриком. А я кексом. Не, я хотел, чтобы ты Фокси взял. То понятно, что он уже проиграл автоматически. Так, два режима переключим. А у меня нету режимов. У меня тут просто конченый бег. Ну ладно, давай попробуем. Раз, два, три. Отвали, а хватит меня обгонять. Да я не могу не тпхаться. Блин, пробел нажал. Как всегда, мне Серега выигрывает. Так нечестно. Че ты ржешь, как дурачок? Давайте, короче, проверим, ребята, следующий пилпак. Rockstar Assembler. У нас он есть, но мы ни разу его не проверяли. Хорошо, давай я буду... Петухом? Не, что за... О, давай, он же превращается. Да. Ладно, давай. Ну, так громко топают. Раз, два, три. А, я вот за попугая могу летать. Ах ты же... Так не, он же с самого начала попугай, я сам превратился в этого. Короче, попугай самый быстрый. Хорошо, Бонька у нас есть еще. Бонька и Чика. Ой, тпхнул. А, тпхаться может, хорошо. Сейчас, 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 за бордюр зайдем, потому что очень тяжелый. Раз, два, три. Ты быстрее. Да так ничего. А, блин, два игрока. Так, а кто у нас тут еще остался? А, Фокси и Фредька. А, я уже за него бегал. Ну, давайте попробуем все-таки, может, Фокси быстрее. Ты готов? Да. Раз, два, три. Да, вот это костыль у него на левой ноге. Такой отстой вообще просто. Еле бежит. Да, полчаса спустя. 6 hour later. Да, давай. Прибежал. 2 weeks later. Блин, я мог... А, я не мог тпхать, я мог только в попугая превращаться. Так, давай еще проверим пак. Five Nights at Freddy's 4, да. 4. Очень топовый пак. У них есть какие-то режимы или нету? Ага, режимов нет. А, нет, они могут кричать. А какой кнопкой? И телепортироваться, Ctrl. А, я не могу кричать, я могу как дурачок сгибаться. А ну крикни еще раз, мне так нравится, когда он орет. Жесть, это... челюсть раскрывает. Так на всю карту слышно. Ладно, давай будем проверять. Раз, два, три. Ого! Да ладно! Да, Серега, мы сейчас выберем самого быстрого аниматроника, потом в конце сделаем гонку. Помнишь, есть пак, голова летающая, очень быстрая. Да. Мы ее стестируем с этим вот Фредди. Фредди, наверное, он, мне кажется, будет самый быстрый. Хорошо. Так. ТПХ-ца может. ТПХ-ца не буду. Какой кнопкой? О, прикольно. Ладно. Раз. Ты готов? Два. Три. Ах ты! Вот это он быстрый, ребята! Вот это аниматроник вообще быстрее учи. Просто нереальная скорость. Воу, пойдет, пойдет. Очень. Золотой против обычного. Какой-то как обосранный. Ну ладно. Ты готов? Я готов. Раз, два, три. Ого! Ах ты быстрый жук! Ничего себе, я просто какой-то бешеный. А ну. О, тоже быстрый. А на вас плюс трапом возьмете, который я только что брал, он быстрый очень. Вот, взял. А хорошо, давай с этим. Давай, раз, два, три. Плюс трап быстрее, а не. Нет, я быстрее намного. Ну-ка, вот это... Давай проверим еще пак Five Nights at Freddy's 4. Мы его тоже никогда не проверяли. Где кошмарные чисто. Давай. О, я такой звук конченый издаю, я так за ним заскочился.
Так, ты готов? Угу. Раз, два, три, я выиграю! Нет! Да нет, да нет, нет! Они одинаково, одинаково, Серега! Одинаково бегаем. Четко вообще скорость. Хорошо, давай с этим. Раз, два, три. Получается, они в этом баке все... А, не, я догоняю! Я догоняю, Серега, смотри! Не, одинаково. Блин, ну мне кажется, я догоняю. Ну тебе кажется. Ладно, давай уже для проверки, чтобы точно мы знали, что все одинаково бегают. Раз, два, три. Ах ты! Да ну ладно, ты сразу до конца! Так, хорошо. Ладно, понятно, что и Плюштра будет одинаково бегать. Давай теперь сравним вот этого Фредди. Знает мэра. И говорящая, а где летающая голова, ты не помнишь ее, где она? Пур 2 ВЕ, по-моему. Так, нашел. Ребята, напишите в комментариях, кто быстрее, я или Серега? Потому что эти два аниматроника очень быстрые, просто. Серега, сейчас будет решающий момент, кто из нас лучше. Ты готов? Я готивка. Да так, ах ты, гадина! На всякий случай! О, подожди, стой. Ага, понял, стопэ. Буду головашкой. Раз, два, три. Да кто ж быстрее? Да ладно, ты быстрее! А чё, нема быстрее, чем вот эта у меня голова? Нет. Мне кажется, вот этот еще быстро очень бегает. Подожди, это не он. Ну давай проверим. Нет, это не он. Стой, подожди, я помню, какой-то аниматроник очень быстро здесь бегает. Фоксиандра. Так, это не он. Ты так прикольно дышишь, мне даже страшно. Не-не-не. А, вот этот мой? Нет, он Калич. Блин, это коробка вонючая. Да я не помню, какой-то такой есть псих. Во! А теперь мы проверим, кто из нас быстрее. О, какой милый. Она такая стрёмная вообще. Скрэп Бэйби. Ты готов? Да. Раз, два, три. Все равно ты быстрее. Да ладно, да как? Ты всегда выиграешь. Давай, ладно, против вот этого Скрэп Бэйби. Не, она рахитка. Да не, я вижу сразу, что она ни о чем. Да не, ну ты какой-то вообще... Ребята, короче, мы выяснили, что этот аниматроник самый быстрый. Реально очень. Ты быстрее, что он кричит? На данный момент это самый быстрый аниматроник из всех, которых присутствует. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Енот и Кэтмакс. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Вы поставили очень много лайков, чтобы мы записали серию, какой аниматроник самый быстрый. Та первая серия уже не считается действительной, потому что мы скачали очень много классных паков. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Так что, если вы пьете и кушаете, есть, приятного конечно. Аппетита, а мы начинаем. Так, сегодня у нас есть Creation пака взял, пил пака, вот. Не-не-не, два с разного, я вижу, тот челик тоже взял. О, вот кого я хотел потестить. Балун бой. Давай, Димон, ты отчитываешь? Давайте. Да, давайте, на счет три. Раз, два, три. Погнали. О, Димон, мой вентилятор не спасает меня. Так. Да ладно. Ну, так, не будем возвращаться, будем отсюда устраивать гонки еще раз. Смотри, кто самый медленный. А давайте теперь на счет три, кто быстрее ты пэхнется туда. Будет, кстати, интересно. Давайте, на счет три. Раз, два, три. Давай-ка, давай тогда следующих проверим, какие. Давай, рандомных берем, будет интересно. Кто какие вот хочет, только не повторяй. О, вот кого я хочу потестить. А? А нет, я все-таки вот эту потещу. Раз, два, три. А я еду боком и лечу совсем. Димон, да ладно, твои сапоги-скороходы, ты еще даже прикольно там остановился. Я еще назад. Смотрите, как Чика бежит быстро. Чика, ты куда? Димон, пока надо бежит, ты успеешь раз за три сбегать туда и назад, по-любому. Смотри, я туда сбежал. Вот, все. Давайте, теперь ты пэхнемся, мне кажется, Мариня от кого играет вас, пацаны. Давайте, на счет три. Раз, два, три. Ладно, ладно, одинаково, мне кажется, с тобой. Че не? Тут под пэханием лучше не смотреть. Golden Freddy, а не, кошмарная монетка, и Чика. Той Чика новенькая. Ну что, я новенький полностью. Да, из второй части FNAF, а ты, Димас. Давай, раз, два, три. Димас, три.
Да ладно, это что я такой медленный? Да блин, Диман, как я бегу? Блин, я самый медленный. Диман, я часто думал, у них будут по скриптам какие-то аниматроника конкретно одинаково бегать. Они даже с одной части по-разному бегают. Тут молодцы разработчики. Блин, вот это прикольно. Пацаны, не старейте, я бегу, я тут. Все, на счет три, да, начинаем? Да. Раз, два и три, погнали. Ого, тут бежит на работу. Димон, а что ты такой медленный? Кто по лору играет? Опять мы с тобой медленные идем. Да блин, а самый задрыстанный. Давайте ты пехнемся. Давайте раз, два, три. Я знал, что я первый буду. Блин, я в стол врезался, Димас. Нормально. Кстати, тут не ты пехается. Он летает над землей. Как-то странно он ходит. Он должен так ходить? Не знаю. Вот мы со спрингтрапом, Димас. Два черепахи. Да. Очень медленные. Ладно, я телепортируюсь. Возьмем новых аниматроников. Давайте возьмем. А я не буду говорить, кого я возьму, потому что я возьму спринт-трап, это значит, он должен быстро бежать, я надеюсь. Вот, щупальца возьму. Давайте еще. А, нет, вот эту собачку возьму, смотрите. Нифига себе. Это часть третья. Готовы? Пацаны. Да. Да. Один, два, три. Блин, я собака медленная. Фокси выиграл. Я телепортировал. Я, короче, самый последний был. Фокси очень быстрый мужик. Так, а есть вот эта штука щупальца? Давайте проверим ее, как она. А ну давай. Прикольно. Давай я другого возьму. О. Фокси мы уже, кстати, проверяли такого. А, понял. Сейчас. Мазутного какого-то. Он как будто в бензине, что ли. Я не знаю, что-то измазался. Давай. Так. Готовы, мужики? Да, я готовый. Пацаны тоже уже на готове, уже хотят давать по газам. Но мы начинаем на счет три. Раз, два, три. Ого. Не, Фокси очень быстро. Ты так прикольно руками передвигаешь. Я так это махаю ими. Как Баба Яга какая-то, так смешно. Да, как сказка какая-то. Лайк за бег. Она, знаешь, типа махает, воздух подгоняет. Давай. Да. Так, а кто у нас тут еще есть? Во, так, кем я сейчас выиграю, я знаю, кто выиграет уже. Ну, пацаны, вы-то пока счет делаете, я вам пока фору дам. А, ты пополз, ну давай. Давайте, мужики. Раз, два, три. Вот это у меня скорость. Я даже задним бегом могу перегонять всех. Блин. Вот нет, пацаны. Ладно, я проиграл. Классно бегает. Он бегает мощно. Так, кого можно? А уже тестили? Вот это смотрели вы? О, давайте возьмем медленных самых. Вот давайте я вот этого возьму. Бери Димон проволочного там, или кто там еще есть. О, вот это Фредди проволочный, да? Во. Давайте, самый медленный аниматроник, Димас. Какой аниматроник самый медленный? Смотрим. Выбирайте, давайте. Смотрите, какие самые медленные. Раз, два, три. А, получается, я быстрее всех. Соревнования, какой аниматроник самый медленный? О, какие у меня лапы прикольные. Ты как-то прикольно ползешь, вроде анимация вперед, а ползешь назад. Ха-ха-ха, прикольно. Ладно, не буду нарушать физику. О, Димон, знаешь, что по стенам? Давай тестим. Твой и мой, кто быстрее по стенам ползает. Мы должны это сделать по-любому. А я не знаю, как на стенку мне это. Правая кнопка мыши. Давай. А, кстати, раньше такого не было. Было, ты просто забыл. Нет, даже такого не было. Ты готов? Одинаково ползем, Димон. Да что за говно? Я не могу залезть. Ха-ха-ха, что ты жопой машешь? Я тоже не могу, Димон, залезть. Да что такое? А там какая-то глючка. А ну давай здесь. Вот, Димас, ты залез. Кое-как, с горем пополам. Блин, не могу, видишь, ты кабан. А, пельмешка упала. О, мы, кстати, вот эту не проверили. А, она только сидеть может, она не может бегать. Давайте, пацаны, бегите, я вас догоню. Кто? О, Димон, давай протестим теперь самых маленьких. А, какие антроники, ну, маленькие и самые быстрые? Да. Ну, давайте туда я возьму кого. А кто еще? Я не знаю, у нас маленькие какие еще есть. Плюш-трап. А, сейчас этот покажу вам, какой маленький. Во, смотрите. Давай, жду. О, да, пойдет, как раз будет по-честному.
Как дела, давайте, мужики? О, классная банда у нас. А мне нравится. Вам надо поменять. Да ладно, не манера других, пусть будет так. А что делать? Так, давайте. Да нет, вроде есть такие еще какие-то другие. Посмотрите. Я не знаю мелких никого еще. А, есть еще мелкие. Сейчас скажу, кто. А, да нету. Вот эти. Балунбой маленький такой. Во, во-во-во. Все, погнали. Насчет. Давайте. Ты, Димас, будешь отсчет делать? Да, давай. Раз. Давай. Два. Три. Нифига себе, балунбой, да чё ты? Ого, а кто балунбоем играет? Он за конфеткой бежит, Дима, смотри, как руки выставил. Хеллоу, точно что. Я проиграл, ладно. О, как раз все разные взяли. Во, отлично, давайте на счет. Три, раз, два, три. Одинаково бегут. Одинаково. Не все одинаково бегут. А, ты старый пердун не можешь. Давай, давай, я подтолкну тебя. Подгоняю. А у него нога хромая. Так, ну чё, как вы думаете, какой аниматроник самый быстрый-то, а? Да, ребята, за вами решение, так как... Да, мы протестили, в принципе, всех. А, нет. Ну, знаешь, что? Крячку. Крячку не протестили. Знаете, как можно сделать так, чтобы все было по-честному? Ну, чтобы не там какой-то доли секунды не играла роль. Короче, все упираемся в эту штуку, в эту балку. Упираемся. И просто сжимайте Shift, упирайте сейчас. Ага. Вот. И ты ее удалишь, мы все одновременно побежим. Да. Потому что Shift будет у всех одинаково зажат. Понятно? А мне кажется, когда мы бежим, во время дороги сразу видно, кто быстрее, кто медленнее, а не кто быстрее прибежит. Короче, давайте я удаляю и вот нажимайте Shift. Все, я держу со всей силы. Все, погнали. Ну, удаляйся. Фокси, стой! Да Фокси быстрее! О, да, он быстрее. Я на третьем месте получился. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну, а всем отличного настроения и всем пока!